все вы заинтересовались темой, и эти темы будут достаточно полезными на протяжении вашей профессиональной деятельности. И достаточно будет времени для того, чтобы вы после выступления наших экспертов задавали вопросы и получали ответы. Если кто-то не получит ответ, то мы обязательно впоследствии вернемся и опубликуем ответы на сайте нашего клуба. Приветствую вас еще раз со всеми прошедшими праздниками и надеюсь на вашу активность для того, чтобы последующие мероприятия клуба были такими же активными и полезными, как это мероприятие. Спасибо, Татьяна Васильевна. Добрый день, меня зовут Артем Недокимов, компания Kimberly Professional, руководитель отдела продаж Москва, Центральный федеральный округ и большой поклонник гостиничного бизнеса. Прежде всего хочу поприветствовать всех сидящих в зале, много знакомых лиц. Есть лица, которые я вижу впервые, это тоже очень приятно. И хочется также отметить, что когда мы вот все ехали на это мероприятие, на улице был дождь, да, такая серая погода. Кто-то вот мне здесь из коллег сказал, в ней тоже есть хорошие нотки, там лондонский дождь, например. Вот. Но я вот сейчас посмотрел окно, ну, по крайней мере, 5 минут назад было солнце, и очень приятно, что когда приехали хаускиперы, представители гостиничного бизнеса, сразу и погода наладилась. Вот. Прежде чем начать наше мероприятие, выступление, я также хочу поблагодарить отель «Новый Мариот», «Новый Арбат» за то, что он нам предоставил этот замечательный зал. И мы соблюдаем вместе с клубом наши традиции, что мы пытаемся каждый раз проводить мероприятия в новых отелях. И очень приятно то, что они у нас открываются, несмотря на всякие разные времена. Вот. Я надеюсь, что все, скажем так, после нашего мероприятия сделают обзорную экскурсию. Нам сотрудники отеля покажут этот замечательный новый отель. И вы посмотрите для себя, возможно, что-то новое, и посмотрите очередной, так сказать, звездочку компании Marriott International. Да? Что касается Kimberly Clark, да, мы в этом году действительно решили вместе с клубом и с нашими партнерами из компании CleanMaster подойти нетрадиционно. Да? Вы сейчас не видите на столах ни туалетную бумагу, ни диспенсеры, ни полотенца. Ну, в пакетах у вас, в подарках это, конечно, все есть. Вот. И вы это в гостинице увидите при экскурсии. Но мы, естественно, как сказала Татьяна Васильевна, подошли так, что мы хотим изменяться тоже, мы хотим ориентироваться на аудиторию, на ваши запросы и привносить что-то новое, и приносить действительно знания. Да, поэтому мы и выступили сегодня генеральными такими спонсорами этого мероприятия. И надеюсь, все темы, которые мы сейчас будем, и наши уважаемые спикеры будут озвучивать, они действительно актуальны и интересны, особенно в текущее время, да, когда меняется что-то в законодательстве, меняются различные правила, меняются правила, прежде всего, конечно, для гостиничного бизнеса. Поэтому мы вместе с вами. И компания Kimberly Clark только рада помочь вам приобрести новые знания, собрать всех вместе, чтобы вы, так сказать, ушли отсюда с определенным багажом новых знаний, новых каких-то новостей от профессионалов, от наших. И все это потом применили в работе в своих гостиницах из других замечательных отелей. А теперь передаю слово Татьяне Васильевне. Она представит наших уже спикеров. Первая тема, которая сегодня прозвучит, это оборот алкоголя, запреты, ограничения, риски. Как организовать продажу алкоголя через мини-бар в номерах, в гостинице и также в других средствах размещения. Нам эту тему будут освещать эксперты, руководитель группы административно-правовой защиты бизнеса Пепеляев Групп Елена Овчарова. Пожалуйста, поприветствуем ее. И также юрист компании Пепеляев Групп Наталья Травкина. Им первое слово. Напоминаю, я запущу список. Пожалуйста, четко пишите свои электронные адреса для того, чтобы своевременно получать всю информацию от Марины. Спасибо большое за предоставленную возможность выступить перед столь уважаемым собранием.
На самом деле это очень хороший опыт организации такого рода мероприятий именно для гостиничного бизнеса, поскольку вот мы привыкли, что существуют различные профессиональные сообщества, но вот с гостиничным мы столкнулись впервые. И действительно, так сказать, это то, что у нас в стране, видимо, только формируется в такие профессиональные сообщества. И, конечно же, вопрос об обороте алкоголя для гостиниц, он такой очень экзотический вопрос, потому что мы привыкли иметь дело с дистрибьюторами, мы привыкли иметь дело с ритейлерами, а вот что касается гостиниц, то как-то вот эта сфера, она оставалась всегда в тени. Да? И я вот встречалась до нашего мероприятия с должностными лицами Росалкогольрегулирования, они тоже как-то так пожимали плечами, говорят, мало вопросов у нас возникает такого рода. Но вот на что хотелось бы обратить особое внимание. На, прежде всего, вопросы, связанные с развитием бизнеса. Да? Надо сказать, что дистрибьюторы оказались в очень сложном положении. Они без точек розничной продажи, особенно инфраструктуры гостиничного бизнеса, на наш взгляд, обойтись не могут никак. Да? Иначе они просто потеряют свою лицензию. Что я имею в виду? Я имею в виду маркетинговые мероприятия, и я имею в виду дегустации. И с учетом того, что в основном аудитория – это не юристы, а менеджеры, я правильно понимаю? Да? Вот вы должны этим воспользоваться. Почему? Потому что значит, самый лучший способ для дистрибьютора лишиться своей лицензии – это организовать процесс без вас. Почему? Сразу объясняю. Потому что как только они имеют дело исключительно с маркетинговыми агентствами и доверяются им, да, передают алкоголь тому, кто не имеет розничной лицензии, да, для проведения маркетинговых акций и дегустаций, они нарушают запрет на передачу алкоголя организациям, не имеющим лицензий на оборот алкоголя. Поэтому единственный способ проведения маркетинговых мероприятий, дегустаций, это заключение договора с точками розничной продажи. Ну, понятно, что это не магазин. Понятно, что у ресторана тоже нету, если мы не говорим о гостиничном комплексе, соответствующей инфраструктуры, либо она ограничена. Поэтому лучше всего проводить маркетинговые мероприятия, дегустации через такие точки розничной продажи, как гостиницы. Это самый лучший способ. Для этого создана вся инфраструктура. Потому что обойтись без точек розничной продажи они в принципе не могут. Более того, они должны продукцию использовать, только ту, которая продается в этих точках, их продукцию. Да? То есть точка должна их продукцию закупить у того, кто имеет лицензию на закупку, хранение, поставку, и реализовать в рамках маркетингового мероприятия, либо в рамках дегустации. Да. Потому что здесь могут быть нарушены сразу два запрета. Это запрет на передачу алкоголя компаниям, не имеющим алкогольной лицензии, и запрет, связанный с недопустимостью реализации ниже установленных цен. Да. Причем при нарушении второго запрета лицензии можно лишиться во внесудебном порядке. И я полагаю, что это очень хороший повод для развития гостиничного бизнеса, особенно в сфере оборота алкогольной продукции. И для производителей тоже этот вопрос актуален, потому что вопрос маркетинга, да, и дегустации, он всегда такой актуальный в алкогольном бизнесе с учетом тех запретов и ограничений, связанных с рекламой, которые предусмотрены законодательством о производстве и обороте алкогольной и спиртсодержащей продукции. Это то, с чего я хотела бы начать, потому что этот вопрос не задавался, но этот вопрос стоит очень серьезно. Да? Что касается лицензирования на алкогольном рынке, вот до мероприятия я получила вопросы, которые могут интересовать аудиторию, в частности, что нового в налоговом законодательстве, то, что непосредственно связано с лицензированием оборота алкогольной продукции в рознице, это то, что с 1 января 2015 года у нас увеличена государственная пошлина за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Причем с 40 тысяч рублей до 65 тысяч рублей за каждый год срока действия лицензии.
Причем, если документы поданы до 1 января 2015 года, пошлина платится в прежнем размере 40 тысяч рублей. Если после 1 января 2015 года, то пошлина платится уже в размере 65 тысяч рублей. Да. Причем это письменное разъяснение Министерства финансов по вопросу о применении этой нормы с учетом даты вступления ее в силу. Да. Это письмо от 5 декабря 2014 года. На что хотелось бы еще обратить внимание, но вам, наверное, известны все те ограничения, которые предусмотрены статьей 16 Федерального закона о государственном регулировании производства оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на деятельность, связанную с розничной продажей алкогольной продукции. И здесь возникает вопрос, как правильно отразить продажу алкоголя, реализуемого порционно или в коктейлях в журнале продаж. Хотелось бы обратить внимание, что у нас срок вступления в силу порядка заполнения журнала учета объема розничной продажи нового, он перенесен на 1 июля 2015 года. Да? И соответствующие разъяснения РАР успел предоставить для рынка. Вот. И в частности, вот принципиальным является то, что каждая хозяйственная операция, та же, как она оформляется в бухгалтерском учете, она должна фиксироваться, если она связана с розничным оборотом алкогольной продукции в журнале учета объема розничной продажи алкогольной продукции. То есть это должны быть записи о поступлении и записи о расходах. Соответственно, разъясняется, что означает содержание записи. В содержании записи указывается, естественно, и проданная продукция, и потери продукции, транспортировки, бой, другие потери, недостачи, арестованная продукция. Все эти записи вносятся в журнал. За нарушение порядка ведения журнала предусмотрена административная ответственность по статье 14.19 Кодекса об административных правонарушениях. На сегодняшний день для юридических лиц это административный штраф от 150 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 15 тысяч рублей. Что касается перемещения продукции между обособленными подразделениями организации, надо отметить, что у каждого обособленного подразделения, указанного в лицензии, должен быть свой журнал, и все перемещение отражается и в журнале того обособленного подразделения, которое продукцию передает, и в журнале того обособленного подразделения, которое продукцию принимает. Да. И здесь необходимо отметить, что единица измерения является единицей потребительской тары продукции. Да, что еще важно здесь отметить? Важно, да, номер вот этого приказа РАР, это 153-й приказ от 23 мая 2014 года, в котором дается подробное описание журнала учета. Да. На что следует еще обратить внимание в связи с учетом алкогольной продукции в рознице. Ну, давным-давно ведется статистический учет, ежегодный сплошной учет объема, да, это понятно, и существуют определенные риски. В первом чтении уже принят федеральный закон, который инициирован был правительством Российской Федерации. В первом чтении он прошел 25 февраля 2015 года. Хотят ЕГАИС распространить на розницу. Да, то есть это будет еще одна головная боль. И на самом деле, вот чем хороши профессиональные ассоциации, в которые объединяются субъекты предпринимательской деятельности, в том, что они могут активно участвовать в том, чтобы какие-то негативные тенденции побороть. Да? Ну, можно ли эту тенденцию побороть? Но если хорошо объединиться, по крайней мере, можно заявить о своей позиции по данному вопросу. Да? В частности, и
уполномоченный по защите прав предпринимателей. Мы там выступаем экспертами, наша компания. Да, можно и туда обратиться, потому что к нему прислушиваются. Да, то есть над этим надо подумать, поскольку это создаст вам для бизнеса гораздо больше проблем, чем те, с которыми вы сталкиваетесь в плане мини-баров и так далее. Да. То есть там уж каждая операция точно будет видна. Да, соответствующая система будет не только у вас, но и в лицензирующем органе, да, если это ИГАИС, то и в Росалкогольрегулировании, да, и риски у вас увеличиваются, связанные в том числе с лицензиями, да. Значит, и еще на что хотелось бы обратить внимание, правда, этот законопроект еще не прошел первое чтение, в отличие от законопроекта о ИГАИС. Да. Но он тоже, в общем, не очень благоприятен для бизнеса, потому что в существующей ситуации, если мы понимаем, что мы нарушаем лицензионные требования, да, мы можем подать на аннулирование лицензии и оформить новую лицензию, потому что дефект это связан с предыдущей лицензией, по которой мы работали, да, если мы нарушаем лицензионные требования. Да, и все это проходит. По крайней мере, это проходит даже в области производства, в области оптовой торговли алкоголем. Да. Так вот, этому хотят положить конец. Да. Причем законодательная инициатива, она поддержана многими субъектами правозаконодательной инициативы. Правда, еще пока что этот законопроект прошел только Совет Думы, не прошел даже первое чтение. Да. Но суть в том, что если лицензия приостановлена, либо если какие-то существуют проблемы, которые известны РАРО с соблюдением лицензионных требований, да, и мы по этой причине попытаемся аннулировать лицензию, да, и вообще, если РАР обратит внимание на то, что предыдущая лицензия досрочно аннулирована, то мы не сможем получить новую лицензию в течение одного года. Да. То есть в пояснительной записке так и говорится, что таким образом субъекты предпринимательской деятельности злоупотребляют своими правами, да, они грубо нарушают законодательство, не соблюдают лицензионные требования, да, и решают свои проблемы путем аннулирования предыдущей лицензии, получения новой. Да. Вот на это хотелось бы обратить особое внимание, опять-таки, возможно, усилиями профессионального сообщества можно что-то сделать с этим законопроектом, поскольку мы, в частности, вот отслеживаем любые законодательные инициативы на стадии их возникновения и как-то вот обращаем внимание профессиональных сообществ и бизнеса, и по возможности, если это негативно влияет на бизнес, стараемся все это преодолеть. Да. То есть вот такое направление бизнеса у нас, по крайней мере, в компании приветствуется. Естественно, рассылаем алерты субъектам предпринимательской деятельности по этому поводу. Третий вопрос, который возникает, может ли оплата алкоголя происходить позже? При выезде из гостиницы на кассе стойки приема и размещения есть ли временное ограничение? Здесь хотелось бы прокомментировать, что когда считается заключенным договор розничной купли-продажи? С момента выдачи продавцом-покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Да. В принципе, здесь вроде как препятствий нету. Да. То есть распитие же произошло в ресторане, оплата при выезде. Да. И временное ограничение на продажу не действует, поскольку потребление произошло в ресторане. Да. Вот. Но риски здесь не исключаются, потому что если мы говорим об услугах общественного питания, предполагается, что в рамках оказания услуг общественного питания, если реализуется алкогольная продукция, то она должна реализовываться именно в точке розничной продажи, указанной в лицензии в качестве обособленного подразделения, то есть стационарного торгового объекта, при условии, что в стационарном торговом объекте есть контрольно-кассовая техника, да, то есть если вот подойти строго по закону, да, то придраться можно, безусловно,
да. И здесь могут быть и временные ограничения. Ну, не допускается розничная продажа с 23 часов до 8 часов. Это всем понятно, да. Но опять-таки здесь изъятие в отношении услуг общественного питания, да. Но услуги-то общественного питания оказываются, значит, в месте, которое указано в лицензии. Да? И на самом деле наши лицензирующие органы очень любят нас привязывать к месту, указанному в лицензии. Поэтому вот следующие вопросы будут связаны с отдельной лицензией для продажи алкоголя при обслуживании в номерах и с торговлей через мини-бары. Да? И вот когда мы говорим об отдельной лицензии для продажи алкоголя при обслуживании в номерах, требуется ли такая лицензия, да? Ну, во-первых, достаточно сложно представить, чтобы она была получена. Потому что для того, чтобы получить лицензию на точку розничной продажи, нужно представить стационарный торговый объект, складское помещение, примыкающее к нему, и в стационарном торговом объекте должна быть контрольно-кассовая техника. Да? Вот, извините, номер такую проверку не пройдет. Да? И сложно представить, чтобы вот конкретный номер был указан в лицензии. Да? Значит, что касается торговли дистанционным способом. У нас есть в постановлении правительства 27 сентября 2007 года номер 612 прямой запрет. Пункт 5. Не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации. Мне могут возразить, что это же не через интернет. Ну да, это не через интернет, но с использованием сети электросвязи. Потому что в этом же постановлении правительства определено, что такое продажа товаров дистанционным способом. Да? Значит, и здесь обращается внимание также на пункт 3 статьи 16 федерального закона 171 ФЗ на ограничения, связанные с потреблением или распитием алкогольной продукции. Опять-таки на то, что это допускается в местах оказания организациями, индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, да? Но опять-таки это место должно быть указано в лицензии на розничную продажу, на оказание услуг общественного питания и в рамках этих услуг на розничную продажу алкогольной продукции. Да? То есть все привязывается к месту, указанному в лицензии. Да? Да, требуется ли отдельная лицензия для продажи алкоголя в летней нестационарной террасе? Здесь прямо скажем, что по мнению РАРа, изложенному в письме от 30 апреля 2013 года, торговля алкоголем возможна только через стационарный торговый объект. И по этому поводу был даже судебный спор, что летняя терраса – это временное сооружение или временная конструкция. Она не может считаться стационарным торговым объектом. Да? И здесь нам помогает определение договора розничной купли-продажи. Да? То есть считается, что приобретен алкоголь в стационарном торговом объекте, если он распит в летней террасе, то проблем нет. Но опять-таки на это нас выводит исключительно судебная практика. Да? То есть был соответствующий судебный кейс. Да? И в таких делах, конечно же, мы все прекрасно понимаем. Эта позиция поддержана даже Верховным судом, где я являюсь членом научно-консультативного совета, что в свободное от работы время, да, доблестные сотрудники контролирующих органов могут в качестве потребителей посещать различного рода заведения, да, контролируемые, вот, ну и выявлять нарушения. Это понятно. Да. А дальше, так сказать, все это оформляется через обращение гражданина, которое должно быть рассмотрено сейчас, так сказать, к обращениям граждан особый подход, да, инициируется проверка внеплановая, да. Вот. А дальше, когда, значит, в суде мы начинаем все это выяснять, кто же обратился, чьи же права нарушены, вообще закон или проверка, а, соответственно, и доказательства, насколько они допустимы, да, если они получены в рамках незаконной проверки, да, оказывается, что, так сказать, мы нарушаем персональные, законодательство персональных данных граждан, да. Вот. И, в общем, так сказать, суд здесь неформально подошел и поддержал ресторан. Да? Но это хорошо, что еще остались в регионах суды, которые неформально подходят. Вот о московских судах это не скажешь. Да?
То есть когда вот они имеют дело с алкоголем, с тонизирующими напитками, да, лучше даже не судиться в московских судах. Причем как в арбитражных, единственный арбитражный суд Московской области. Там неформальные подходы. Причем мы там решали дела именно в области производства оборота алкогольной продукции, в области бортового питания. То есть спорили и с РАРом, и с департаментами. Спорили в арбитражном суде города Москвы с Роспотребнадзором. И успешно спорили, не без труда, в арбитражном суде Московской области. Что касается арбитражного суда города Москвы, то там подходы более формальные. Очень такой консервативный Московский областной суд. Да? То есть в регионах судиться в этом смысле проще. Это региональное было дело. Просто главное, чтобы договор купли-продажи был заключен в стационарном торговом объекте, в котором есть ККТ, который указан в лицензии, да? Чтобы вот это все было соблюдено. Да? И в связи с этим вот возникает вопрос о торговле через мини-бары. Да? Ну, понятно, что в этом случае нет изъятий из-под действия федерального закона номер 171 ФЗ о государственном регулировании производства оборота этилспирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Этот закон распространяется и в случае, если речь идет о торговле через мини-бары. Значит, достаточно ли лицензии ресторана-гостиницы? Да? Нет, недостаточно, потому что возникают проблемы, что потребление не будет в стационарном торговом объекте в месте оказания услуг общественного питания недостаточно. Что касается возможности оформления на мини-бар отдельной лицензии, да, сложно себе представить. Да. И значит, что касается факта продажи алкоголя из мини-бара. С учетом того, что договор розничной купли-продажи считается заключенным, когда произойдет оплата, да, хорошо, оплата происходит при выезде. Да, значит, выезжает лицо ночью. Ночью продавать алкоголь нельзя. Да, то есть мы здесь сталкиваемся с клубком проблем, да, которые, наверное, нам лучше избежать. Да. Потому что в противном случае, если мы, допустим, при прохождении законодательной инициативы, которая сейчас уже находится в Думе, Совет Думы она прошла, но, правда, так сказать, первое чтение не прошло, да, лишимся лицензии на розничную продажу, да, мы в течение года останемся без этой лицензии. Да. То есть вот здесь ситуация достаточно грустная с торговлей через мини-бары. Если коротко, то у меня все из общетеоретических основ. Да. Если какие-то вопросы будут, я буду рада на них ответить. Да. Значит, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что если есть какие-то вопросы, то вот разъяснение было дано в последнем постановлении Пленума Высшего арбитражного суда от 11 июля 2014 года номер 47 о некоторых вопросах, которые возникают у арбитражных судов при применении нашего 171 федерального закона. Да. И хотелось бы обратить внимание на то, что у нас ведь еще ежеквартальное декларирование, да, оборота. И в случае, если возникают какие-то проблемы с этим декларированием, имеется в виду несвоевременное, либо неправильное, то это опять-таки лицензионные риски, если эти проблемы становятся систематическими. Да. Но формально это два и более раза. Я благодарю вас за внимание и передаю слово моей коллеге, которая как раз-таки уже со знанием дела, она из бизнеса, расскажет о том, как те проблемы, о которых я сказала, бизнес все-таки пытается решить. Спасибо. Хорошо, сейчас наш президент правильно об этом сказал. Мы сейчас немножко более глубже касаемся этого вопроса. Я ближе к гостиничникам. Но чтобы зарабатывать на этом вопросе, на мини-барах, мы только за. Вот вы сейчас даже здесь не упустили вопрос по поводу
подростков, несовершеннолетних. Мы даже радуемся этим вопросам, когда у нас гость проживает, пользуется мини-бар. Мини-бар дополняем тогда, когда он хочет. Мы только радуемся, чем там меньше перпендикулярных остается, потому что дорогостоящее, мы только докладываем туда, в данной ситуации. Если хочу, чем подчеркнуть. У нас только нормативная база, вот так вот запутанно закольцована в данной ситуации. Меня как гостиничек не интересует, например, есть у вас там лицензия на розничную торговлю? Конечно, у вас есть. Миша Сагатинова так и держит архив. Узнали лицензию на мировой фонд? Конечно, нет. Ну, кто там все это как бы выдумывает, это как бы там судебный кейс? Какой там судебный кейс? Там можно хоть сразу судиться, хоть с Роспотребнадзором. Ну, правда, мы слушаем в нашей стране, в Российской Федерации. Просто вы там бываете, как бы в тех кругах, да? Вот как практика об этом говорит. Запутано. Все это настолько опущено и так далее. Поднять, дать больше вопрос кому? Человеку, гостю. Для меня гость сказал, он хочет, мы этому гостю принесем. И что он будет думать? Он у меня платит один раз в месяц, он проживает там 20 дней. Иногда по карточке платит, когда дискарчивает. Тот будет проверять, что он успел спиртные напитки 2 часа ночи или 3 часа ночи. Когда удобнее, пусть отдыхает, он где-то приехал и так далее. То есть я говорю о нормативной базе. Юристы, конечно, в вопросе сработают. На самом деле, вы знаете, я полностью с вами солидарна. У нас слишком много ограничений и запретов. Причем с точки зрения оценки регулирующего воздействия, никакого эффекта от этих ограничений и запретов нету. Конечно. Стоп, стоп, стоп. Отдыхать приехал. Ну, конечно. Сделать. Я сейчас только обсуждаю. Кто там будет проверять дальше ночи? Будет если не платить качку, должен заплатить. Вы что? Юра, сейчас Наталья нам расскажет. Да. Наталья, представляете, пожалуйста. Обыденова Наталья, генеральный директор бизнес-отеля «Охотник», также председатель ГАК учебного заведения профессионального, действующий лектор РАНХИСа и так далее. Иргутиса, кстати. То, что хотелось бы сказать, да, все достаточно сложно. Проблематика очень серьезная и тема такая больная. Но мы ее, естественно, сегодня разбирать, задавать вопросы и уже максимально разобрали. На что бы я хотела обратить внимание, что то, что касается с реализацией алкогольной продукции в общепите, нам еще более-менее понятно. То есть мы сдаем декларации, мы имеем договор аренды долгосрочный обязательно, да, то есть был у нас такой прецедент, то, что у нас два юрлица, гостиница на одном юрлице, а ресторан на другом юрлице. Соответственно, гостиница была на долгосрочном договоре аренды, а ресторан был на 11-месячном. Прожили мы хорошо, пока не пришел... не Роспотребнадзор, а как раз по проверке алкогольной лицензии благополучно нас ее лишили. Что нас порадовало, что она у нас уже заканчивалась, там через 3-4 месяца, соответственно, мы принялись подготавливать документы к новой лицензии. Соответственно, обращая внимание, именно договор аренды, который должен быть долгосрочный. Второй момент, вовремя сданная декларация, это тоже очень важно. И наличие сертификатов, то, что проверяют обязательно декларации сертификатов, правильно? Это то, что касается общепита. То, что касается мини-баров, да, как мы только и с этой стороны, понятно. Наше желание, если у нас это есть, оправдать, я просила, могу вам сказать, ну, порядка 15 гостиниц, которые продают алкоголь через мини-бар. Каким образом? Не буду озвучивать, конечно, что это за гостиница. Но все-таки первый момент – это делают это посредством заключения договора о возмездном оказании услуг, согласно которому ресторан берет на аутсорсинг обслуживание мини-баров отеля. Но, как правильно заметила Елена, там тоже этот договор очень оспариваем. Сразу можно оспорить, и, естественно, под этим договором подразумеваются, опять же, риски. Второй момент, на который мы тоже обращаем внимание, это то, что моментом совершения
Сделки, купли-продажи, заключение договора является оплата. Естественно, зная такой нюанс, мы не будем принимать оплату за мини-бар с 23 до 8, ну, по ограничениям. То есть ночью сейчас, даже если у вас вдруг в гостинице есть алкоголь в мини-барах, ни в коем случае пробитие по фискальному регистрации, по чеку ни в коем случае не должно быть ночью. Ну, это такие моменты, так как я ательер, я хочу вот весь юридический момент, ну, каким-то образом себя застраховать, на что я могу опираться. А еще какой момент? Вот что касается, можем ли мы подарить алкоголь, а в кавычках включить стоимость номера? Лен, к вам вопрос. Так у меня в момент, ну... Боюсь, что есть риски, связанные с продажей алкоголя ниже установленных цен. Да? Вот в чем дело. Поэтому мы не можем в маркетинговых целях передавать алкоголь. Причем вопрос об аннулировании лицензии решается в несудебном порядке. Да, обращаю ваше внимание. Если идет продажа алкоголя ниже минимальных цен. Да. Да. Бутылка виски и зажигалки продают. И я вот хотела вам как раз сказать, тут очень много разных лазеек, но они тоже потихоньку закрываются. Как только у нас вступает в силу определенный закон, он действует, и сразу же, просто месяц спустя появляются лазейки. Но до момента проверки. До момента прецедента. Вот как только случается прецедент, все эти лазейки прикрываются. Также есть очень хорошая практика, ну, очень хорошая опять в кавычках, за границей брать алкоголь в аренду. Слышали о такой? Просто, да, есть такой еще вариант. Продавать запрещают, берут в аренду. Приходите, отдаете залоговую сумму. Вам должны, в договоре прописано, заключается договор аренды. Алкоголь должен быть, вы должны вернуть его в 8 утра. Если алкоголь не возвращается, обычно так оно и происходит, залоговая сумма остается. То есть есть такие моменты. То есть мы здесь... Сразу юристы, видите? Вот. Но, по крайней мере, пока действуют. Вот. И... Здесь я могу тоже прокомментировать. Дело в том, что вам очень повезло. А у вас основной регулятор – это все-таки орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, либо в ряде случаев орган местного самоуправления, где оно развито. Но это в регионах. И на вас не распространяется система ЕГАИС. Да? То есть вам пока жить проще. Да. Но я так понимаю, что с декларацией что-то там докручиваете, да? Ну, при таких вариантах только так, да? Потому что иначе это незаконный оборот, конечно. Да, я согласна, что это спорно с точки зрения оценки регулирующего воздействия, зачем это все надо устанавливать и кому это что дает, да, и после, так сказать, реформы, до реформы у нас из 10 бутылок 3 было нелегальными в обороте, а после реформы у нас из 10 бутылок, по-моему, сейчас уже 7 или 8 нелегальных в обороте, да. А вот результат реформ, реформирования алкогольного законодательства, да. Но, видимо... Это наша страна, да. Продолжая разговор, я в принципе согласна, да, что мы так бьемся, но мы просто отстаиваем свои права бизнеса, как нам заработать дополнительные. Хотя могу сказать, что доп. Услуги от мини-бара приносят не более 3% отвала по году. То есть это, ну, не так много, мы можем от этого отказаться. Поэтому то, что касается сейчас ужесточения регулирования именно этого аспекта, то... Ну, вот по мне, когда я проштудировала эту тему максимально, лучше отказаться. У нас этого и нет, то есть мини-бар не подразумевает под собой продажу алкогольной продукции. И максимум, что это ресторан, рестораны, бары, лобби, все. В мини-барах, ну, наверное, нет. Да, у нас нет точно, и вот так отстоять сейчас позицию, что да, это можно сделать, и это можно сделать на законном уровне, не могу. То есть и...
Ну, я думаю, что форма есть. У нас есть и уполномоченный по защите прав предпринимателей, который, скажем так, выступает с законопроектами, и в его экспертном совете есть депутат Назаров, который эти законопроекты как субъект права законодательной инициативы вносит. И, собственно, это люди из алкогольного бизнеса в том числе, уполномоченный по защите прав предпринимателей. Вы знаете, он производитель Абрау-Дюрсо. И у нас есть депутат Звагельский, который, собственно, является представителем Росалкогольрегулирования в РАРе. И виноделы, и союз пивоваров очень многое для себя добились. Да. В принципе, если вот объединиться в ассоциацию ательеров, да, а, кстати, такая профессиональная ассоциация уже одна существует, да, можно и не одна, да, но можно еще одну создать, да, либо присоединиться к имеющимся. Возможно, инициировать соответствующие поправки в алкогольный закон, да, которые бы учитывали особенности гостиничного бизнеса, в частности, вот связанные с мини-барами, связанные с обслуживанием в номерах, то есть это все возможно. Но то, что сейчас предусмотрено в алкогольном законе, к сожалению, оно не приспособлено для нормальной работы, связанной с оказанием гостиничных услуг без каких-либо проблем, чтобы клиент сначала 20 дней отдыхал, а потом спокойно оплачивал счет за 20 дней, и у отеля не было бы никаких проблем с розничной лицензией. Да. Но с другой стороны, курение же пережили. Не курят же теперь. И алкоголь как-нибудь переживем, я считаю, в мини-барах. Поэтому на самом деле это все на благо. На благо нам, особенно то, что касается вот сейчас запрета курения. Ну, мы же все дышим. Мы дышим, мы эксплуатируем свои гостиницы совершенно по-другому, с меньшими затратами. Поэтому я считаю, то, что этот момент, то, что касается с алкоголем, мини-бара, ну, говорю, максимально, ну, я не знаю, у меня не было примеров, чтобы это приносило больше 3%. Ну, нет, может быть, кто-то мне возразит, но по аналитике, по статистике, больше 3% мини-бара даже по алкоголю не приносит. Я согласна, что это не прибыль, 3%, но престижность. Арум-сервис. Тогда это нужно подать несколько по-другому. Но понятно, что есть категории лиц, которые не могут ездить за границу по-любому, да? Но все-таки, так сказать, это не основная масса нашего населения. Для того, чтобы сделать наш гостиничный бизнес, гостиничный сервис, да, более привлекательным для клиентов, да, по сравнению с западным гостиничным сервисом, да, просто показать разницу. Опять-таки, это должно, видимо, быть в пояснительной записке к законопроекту, который будет предусматривать соответствующие исключения в алкогольном законе для мини-баров и для обслуживания в номерах. Да? И лучше все это провести как техническую поправку. Нет. А речь идет о поправках в алкогольный закон. Потому что, например, пивовары и виноделы добились через Звагельского соответствующих поправок. Да, запрет ограничений есть, на них они не распространяются. За исключением пива везде идет. За исключением вина, виноматериалов везде идет. И также, как предусмотрено исключение в отношении услуг общественного питания, также в отношении отелей предусмотреть. Да. Но опять-таки это должно идти от бизнес-ассоциаций. Да, с хорошей пояснительной запиской. Давайте сделаем наш отельный сервис столь же привлекательным для российских клиентов, каким является отельный сервис в Турции. Давайте отдыхать в нашей стране. Ну, вот как-то так. Ну, мне добавить нечего. Спасибо большое. Ну, надеюсь, информация для многих была интересной, полезной.
Вопросы могут возникнуть, не забывайте, вы можете всегда их задать, написав на адрес нашего клуба свои вопросы, и, как я обещала, мы обязательно будем стараться возвращаться с ответами, печатая те же ответы на сайте нашего клуба. Вторая тема, которая не менее интересна многим присутствующим, изменения в законодательстве, которые продолжают идти, новые правила ФМС, тонкости изменения в работе с аутстаффингом. Спасибо, Елена, большое. Поблагодарим еще раз Елену. И перед нами выступает специалист Наталья Смоляникова, коммерческий директор компании F-Service. Это наш также генеральный спонсор клуба. И надеюсь, та информация, которую Наталья очень интересно всегда подает, будет полезной в вашей работе. Проходите, коллеги, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, я еще раз представлюсь. Меня зовут Наталья Смоляникова, группа компании F5-Service. Прежде чем мы начнем с вами обсуждать столь важную, насущную тему, я хотела бы представить сегодня коллег, которые вместе со мной находятся на этом мероприятии. Попрошу поддержать аплодисментами Валерия Жукова, операционный директор группы компании F5-Service. Вот, собственно, эта очаровательная девушка как раз является тем основным контактным лицом, которая взаимодействует с вами, взаимодействует с нашими клиентами в процессе реализации контрактов. Поэтому по завершению нашего с вами такого организованного диалога, если у вас будут вопросы, подходите ко мне, подходите к Валерии, с удовольствием ответим, познакомимся с теми, с кем не знакомы. Итак, сейчас я с вашего позволения сяду. Давайте начнем со следующего. Очень коротко расскажу о группе компании F5-Service. Ну, по опыту я знаю, что компания F5-Service – это не новичок на рынке. Многие из вас ее знают. Компания на рынке работает более 8 лет. Не буду страдать излишней скромностью, если скажу, что компания, в общем-то, является ведущим оператором, предоставляющим линейный персонал для отелей и ресторанов при этих отелях. Вот пока временно задержимся на этом слайде. Полную презентацию по компании, по нашим услугам я сегодня делать не буду. Скажу только общие основные формы, и мы перейдем уже непосредственно к нашей с вами сегодня теме разговора. Группа компании F5-Service основным направлением работы является аутсорсинг в сфере клининга и предоставление персонала, аутстаффинг, как я уже говорила. Работаем мы не только для сферы гостеприимства, но в том числе и для ритейлов, для ритейла, для бизнес-центров, банки и многое-многое другое. Компания большая, но тема у нас сегодня с вами достаточно узкая. Итак, изменения в миграционном законодательстве. Что же произошло в 2015 году, что нас ждет и как далее работать с аутстаффинговыми компаниями так, чтобы быть максимально защищенными, и как, собственно, выбирать аутстаффинговую компанию, опираясь на какие основные признаки. Итак, коллеги, поработаем в режиме интерактива. Поднимите, пожалуйста, руку, кто знает, каким законодательным актом регулируется правовой статус граждан иностранных государств на территории РФ. Хорошо, теперь вы будете знать, это 115-й федеральный закон
Он так и называется. В частности, наш с вами предмет беседы освещен очень подробно в статье 13-2. Ну, так вот, чтобы у вас эта информация была. Итак, какие изменения произошли в 2015 году? Изменения в миграционном законодательстве в основном затронули две сферы. Это въезд на территорию Российской Федерации и трудоустройство на территории Российской Федерации. Что касается въезда, с 1 января 2015 года на территорию Российской Федерации граждане бывших союзных республик, ну, в частности стран СНГ, кроме тех стран, которые входят в таможенный союз, назовем их, это Республика Армения, это Республика Беларусь, это Республика Казахстан и в скором времени, начиная с мая месяца, Республика Кыргызстан. Ну, если опять не возникнет каких-то дополнительных моментов, которые нужно решить нашим службам. Въезд для всех остальных граждан на территорию РФ разрешается только по загранпаспортам. Исключение составляет, в частности, вот как я уже сказала, республики, входящие в таможенный союз, и граждане Украины. Статус граждан Украины пока временный, до тех пор, пока не изменятся действующие нормы, действующие договоренности между нашими правительствами. Итак, все граждане обязаны заезжать на территорию РФ. Мы сейчас говорим именно о гражданах, которые относятся к бывшим союзным республикам, и дополнительно о гражданах тех стран, которые с Россией имеют безвизовый режим. Обратите на это внимание. Въезд для них по загранпаспортам. Что должен сделать трудовой мигрант, пересекая границу РФ, для того, чтобы потом иметь возможность трудоустроиться на территории Российской Федерации? Первое. Есть такой документ, называется «Миграционная карта». И, естественно, в миграционной карте, скажем так, причина въезда в РФ, он должен в обязательном порядке указать трудоустройство. Если эта галочка будет поставлена в любой другой части, трудоустроиться такой трудовой мигрант на территории РФ не сможет, ему не выдадут разрешительные документы. Вот в связи с этим сейчас уже хочу обратить внимание, что очень важно, я просто не знаю, какое количество присутствующих сегодня членов клуба напрямую трудоустраивает, то есть является прямым работодателем, какое количество участников сегодняшнего заседания все-таки пользуются услугами аутстаффинга. Могу я попросить вас как-то обозначиться, кто является прямым работодателем, берет к себе сотрудников? Угу, спасибо. Остальные пользуются услугами аутстаффинга. Ну, комбинирован, да. Это любимая форма работы Татьяны Васильевны. И не только, да. Окей. Значит, мы с вами проговорили, да, трудовой мигрант, для того, чтобы ему получить разрешение на работу в Российской Федерации, должен вот сделать первый шаг, поставить галочку в строке трудоустройства. Но это еще и не все. Помимо всего прочего, у нас с 1 января существенно изменилась вообще, скажем так, система управления трудовыми мигрантами на территории РФ. Была полностью отменена для стран с безвизовым режимом, была полностью отменена система квотирования. И все требования, которые ранее предъявлялись к системе квотирования, к ее участникам, к компаниям, которые получали эти трудовые квоты, оно, в принципе, сейчас осталось только для граждан, скажем так, дальнего зарубежья, у которых с нашей страной нет безвизового режима. Ввели систему патентов. Что такое патент? Патент фактически это разрешение трудовому мигранту трудоустроиться на территории Российской Федерации. Патент не привязывается к конкретному работодателю, обратите на это внимание. Патент фактически это документ, как паспорт, как регистрация, как медицинская страховка и многое другое, которое непосредственно, в общем-то, сопровождает ваш трудовой ресурс по пути его поиска счастливой жизни, хорошей работы, больших заработков и больших чудесных перспектив. Итак, выдаются патенты. Ранее, до 1 января, у нас было две формы разрешительной документации. Кто-то может воспроизвести? Активнее, вот такие все стеснительные. Так какие были документы? Был патент на право работы у физического лица, правильно? Нет, и было еще разрешение на работу.
Вот было два документа. С 1 января 2015 года у нас с вами один разрешительный документ, именуемый патент. Этот документ дает право работать не только на физическое лицо, но и на юридическое лицо. Очень серьезно усложнилась процедура получения этого патента. Не только с точки зрения реализации этого своего права трудовым мигрантам, но и с точки зрения его расходов по подготовке документов и, в общем-то, приведения себя в соответствие с теми стандартами, которые на сегодняшний день ожидают наше правительство от трудовых мигрантов. Об этом чуть позже поговорим. Итак, патент получается для работы хоть на физическое лицо, хоть на юридическое лицо. В течение трудовой мигрант, пересекая территорию, границу Российской Федерации, должен, если он, у него стоит галочка о том, что он едет для трудоустройства, должен получить этот документ не позднее 30 дней. Если он получает или подает документ, или начинает движение в этом направлении позже, то он уже автоматически является, ну, скажем так, нарушителем. Чтобы вы понимали, чем это нам грозит, это в том числе и на нас сказывается, на тех, кто профессионально работает с этим потоком, и, скажем так, на наших партнерах сказывается, которые, в общем-то, активно в своей работе используют трудовые мигранты. Если будет признано и будет вынесено судебное решение о том, что данный конкретный трудовой мигрант нарушил миграционное законодательство, его высылают, штраф он заплатит порядка 15 тысяч рублей, и высылают с запретом на право въезда в РФ на 10 лет. Да, вот так наше с вами правительство регулирует эти вопросы. Следующий момент, на который хотелось бы обратить внимание – что такое сам по себе патент, какие документы необходимы человеку для того, чтобы его получить. На самом деле, в данном случае я бы отошла от такой, от формальной подачи информации. Вот я себя ставлю на место трудового мигранта. Гипотетически я поехала работать в Америку. Знание английского языка, ну, скажем так, средний. Чашку кофе в ресторане заказать могу, но, пожалуй, если мне предложат пройти тест по русскому языку, или начнут объяснять, как же мне все-таки, куда мне пойти, кому обратиться, где найти какие документы я должен получить на языке, которым я владею средне, мне будет достаточно сложно это сделать. И в данном случае, конечно, аутстаффинговые компании, которые профессионально занимаются не только привлечением персонала на территорию РФ, но и сопровождением. Вот сейчас у нас активно мы делаем именно сопровождение трудового мигранта с момента его въезда, с момента, как он к нам обратился, чтобы помочь ему более, скажем так, более адаптированно пройти вот этот сложный тернистый путь, в конце которого ему покажут, дадут, выдадут, дай бог, вот этот патент. По сути, для того, чтобы получить патент, трудовой мигрант первое – должен соответствовать требованиям. В частности, есть два основных требования. У него не должно быть заболеваний, он не должен, заболеваний определенного списка, но это такие сложные инфекционные, в том числе ВИЧ, и в том числе он не должен состоять на учете в наркологическом диспансере. Ну, то есть он не должен быть наркоманом, простыми словами скажем. И второй важный пункт, ну, скажем так, это первый фильтр, у него не должно быть серьезных правонарушений, вообще правонарушений, то есть он не должен иметь судимость, нарушения как на территории своей страны, так и на территории Российской Федерации, особенно на территории Российской Федерации. В случае, если ваш трудовой мигрант идеальный кандидат для трудоустройства в вашу компанию, но когда-то, там, не знаю, год назад, два года назад, в годы своей бурной, отвязной юности он вдруг что-то нарушил, у вас риски сильно возрастают. То есть ему просто могут отказать в выдаче патента, даже если он пройдет на отлично тест, аттестацию по русскому языку, истории и законодательству РФ, даже если у него отменное здоровье и многое-многое другое. То есть его просто завернут по этому признаку. Следующий момент. Соответственно, трудовой мигрант, приезжая на территорию Российской Федерации, обязан подтвердить место своего проживание. А это у нас что? Это у нас регистрация. С регистрацией немного проще. Если человек просрочил сроки, в течение которого при пересечении границы он обязан сделать регистрацию, он все-таки может подать
документы на регистрацию, заплатив штраф. До недавнего времени размер штрафа составлял порядка 1500 рублей. Вот сейчас не буду вас вводить в заблуждение, но вот сумма такая. Итак, у человека должна быть регистрация, у человека должна быть справка о его состоянии здоровья, о том, что у него нет запрещенных заболеваний, и он не состоит на учете. Вот. Следующее, человек обязан подтвердить наличие у себя полиса медицинского страхования, ДМС по форме «Мигрант-2». Это расширенная форма, сумма покрытия по Москве, Московской области порядка 100 тысяч рублей. Собственно, ну, за исключением тех случаев, когда такая страховка оформляется за счет работодателя. Это точно не ОМС, а если в вашей компании предусмотрена форма ДМС, и вы готовы ее оформлять для своих трудовых мигрантов. И следующий пункт, следующий документ, который необходим трудовому мигранту, это, собственно, подтверждение того, что он русскоговорящий. Это вот как раз тот самый экзамен, тот самый аттестат о прохождении. По данным моих коллег, вот мне указали так аккуратненько на определенную описочку в документе. Так вот, там вот этот аттестат числился в ряду трех других документов. В частности, если сотрудник, ваш будущий сотрудник, обучался в ВУЗе на территории бывшего Советского Союза, либо аккредитованным, вот вроде бы по этому документу ему аккредитацию проходить не нужно. Но информация не проверена, она пока вот на уровне просто существующей нормы в документе. Да. Да. До 91 года, да. Угу. Итак, вот тут наступает следующий интересный момент, это, собственно, получение вот этой аккредитации. Мы с этой ситуацией, в этой ситуации, скажем так, варимся уже, начиная там с января месяца, и уверяю вас, процесс прохождения этого экзамена усложнен до невероятности, и даже не самим экзаменом. Экзамен, по сути, человеку в ухо говорят, задают вопрос, и он внятно должен ответить более или менее на правильном русском языке в микрофон свой ответ. Вопросы не могу сказать, что бешеные, что касается, допустим, истории РФ, например, вопрос, сколько цветов в российском флаге. Ну, согласитесь, это не сумасшедшие там знания нужны. Вот, по сути, это просто определение непосредственно уровня знания языка вот этим трудовым мигрантам. Если все прошло гладко, и человек, в общем-то, прошел этот экзамен, он получает на руки вот этот самый аттестат о прохождении данного, собственно, данного экзамена. Помимо всего прочего, пакет документов, да. Вы знаете, финальных сроков действия сейчас нет, очень разной информации, но предварительно сейчас, насколько я знаю, выдают на год. Была речь о том, что будут выдавать на 5 лет, якобы это будет более углубленно и стоить это будет несколько дороже. Но вот у меня нет пока информации о том, что действительно есть такая возможность. Сам патент или пакет документов для его получения? Это два разных вопроса. Да, это две цены. На сегодняшний день мы для себя делали внутренний подсчет, во сколько человеку, трудовому мигранту, обойдется сегодня получение. Это порядка 24 тысяч, в которые входит 4 тысячи рублей. Это оплата за первый месяц работы по патенту. Эта сумма очень серьезная. И это второй пункт, мы об этом потом поговорим, то, с чем мы изначально столкнулись, какие решения мы, как аутстаффинговая компания, приняли в связи с этим. Чуть позже вот, обсудим основные моменты. Итак, собственно, сдал человек экзамен. Помимо всего прочего, к пакету документов он обязан будет приложить перевод своего паспорта. Мы помним, что они у нас въезжают по загранпаспортам. Паспорт для получения любого документа, для работы на территории РФ, в частности патента, паспорт должен быть переведен. Перевод заверяется нотариально. Обратите внимание, не любая контора нотариальная имеет право делать такого рода переводы. К этому тоже нужно подойти организованно. Итак, у человека все на руках, и далее, согласно действующему законодательству, в принципе, сложившейся практике вот в первый квартал этого года, человек едет самостоятельно, подает документы на получение патента.
Там же он проходит процедуру дактилоскопии, то есть дает отпечатки пальцев. Обращаю ваше внимание, вот по нашим данным, ну, мы все знаем, что это сейчас все происходит через одни ворота, да, слава богу, этот единый центр миграционный сейчас работает в круглосуточном режиме. По опыту трудовые мигранты, которые хотели обилетиться и получить соответствующие документы для работы на территории РФ, в самом начале занимали очередь для того, чтобы туда попасть за двое, за трое суток. Очень сложная была ситуация, в связи с чем произошло еще дополнение к действующему вот этому вновь введенному законодательству. В частности, в марте месяце, 5 марта, если быть достаточно точной, наш президент подписал закон, который вносит изменения вот в эту процедуру, согласно которому патенты, которые были выданы ранее для работы на физическое лицо, если они не просрочены, если по ним не было нарушений, они не аннулированы, могут являться документом, то есть являются документом, основанием для работы на юридическое лицо. Просто вашему сотруднику, будущему или настоящему, нужно начать его оплачивать, начиная с апреля месяца, по ставке вот этого общего патента, там 4000 рублей. Ранее патент для работы на физлицо стоил, дай бог памяти, 1250 рублей. Есть одна особенность. Если, ну, то есть вот этой льготой можно пользоваться до тех пор, пока срок действия патента, который выдавался в 2014 году, не истек. Гипотетически, если в августе 2014 года ваш сотрудник получал такой патент, ну, в данном случае не ваш сотрудник, а сотрудник, человек, работавший на физическое лицо, то до августа 2015 года, оплачивая ставку в 4000 рублей, он имеет право работать по этому документу. Как только срок действия этого патента истекает, он проходит всю процедуру для получения вот этого уже нового образца. Патенты, выданные в 2015 году, в 2014 году, по истечению срока их действия, по продлению не подлежат. Да. Вот мы, нас этот вопрос тоже очень серьезно волнует. Мы сейчас задали эти вопросы в соответствующей инстанции, ответов пока нет, но я думаю, нам ответят. Пока, ну, с точки зрения логики, старые патенты, вообще, ну, РНР он оплачивался целиком за весь год, а старый патент он оплачивался ежемесячно. Если вы не оплатили патент, там же правила какие, он у вас аннулируется. Вот в связи с принятием вот этого дополнительного законодательства, пока я не нашла со своей стороны ни подтверждения, ни опровержения того, что можно, скажем так, уплатить какой-то штраф, заплатить целиком там за пропущенные месяца и, скажем так, продолжить работать по этому документу. Но нет и подтверждения того, что это можно. Поэтому вот достоверная информация, чтобы не вводить вас в заблуждение, сейчас дать не могу. Сами очень интересуемся этим вопросом. Итак, да, да, конечно. Нет. Это касается только, мы сейчас говорим именно о неквалифицированном персонале. Если вы знаете, вот прям, наверное, месяц назад были очень бурные обсуждения, когда наш Большой театр подавал запрос и вообще вопрос, как им быть. Они только-только в конце 2014 года выписали себе просто расчудесного режиссера француза, который вообще не говорит по-русски. Но Минкультуры своевременно не подал перечень квалифицированных должностей, и они все попали вот под этот неквалифицированный. Не знаю, решится ли вопрос в этой ситуации как-то в их пользу, пока не могу сказать, но вот слышала, такие казусы есть на сегодняшний день. Но вот все, что я сейчас говорю, это речь о неквалифицированном труде, о линейном персонале. Итак, еще вопросы? Тогда продолжим. Ваш будущий сотрудник получил патент. Да. Нет. Нет. На патенте это как раз говорит о том, что он может работать хоть так, хоть так. Мы этот вопрос поднимали. У меня есть подозрение, что просто что-то недоработали с формой, потому что действующее законодательство об этом говорит явно и однозначно. Этот патент дает право работать как на физическое, так и на юридическое лицо.
Ну, у нас так, да, у нас иногда так бывает. Все пишут, как хотят. Вот, знаете, если в законодательстве нет процедуры, значит, тогда процедуры будут очень разнообразны, и каждый будет писать, как ему больше нравится. Вот, но еще раз обращаю ваше внимание, действующее законодательство об этом говорит абсолютно однозначно. И можно писать все, что угодно, но по сути данным патентом определяется, обязательно пишется лицо, которое выдано, которому выдан этот патент. Указывается серия и номер патента. Мы для себя обнаружили, что серия — это как раз то, что определяет регион, где человек может работать. Да, обращаю ваше внимание, если патент получен для работы на территории Москвы, работать с этим патентом на территории Санкт-Петербурга не получится. Это очень жестко ограничивается действующим законодательством. Вот, соответственно, человек получил патент, сколько времени действен этот патент? Он его получает, по нашим данным, сначала на месяц, потом может продлить до года. По истечению длительности этого документа он может продлить еще на год, а потом ему нужно делать въезд-выезд. Почему я говорю въезд-выезд? Ну, наверное, вам всем знакома эта форма. На самом деле человек должен покинуть территорию, ну, то есть выехать за пределы Российской Федерации, но сроки его отсутствия на территории Российской Федерации не регламентируются. То есть, соответственно, он должен выехать и въехать пока. В течение 2 лет, да. Да. Последняя информация, как раз мы вот эту тему обсуждали в Санкт-Петербурге, этот вопрос задавали, и вот прям последняя информация по поводу регистрации. Мы знаем, что человек въезжает, там регистрация у него, обратите внимание, сейчас нет регистрации на 30 дней. Это вот то, что давалось ранее, что он должен заехать в течение 30 дней, как-то определиться со своим статусом, 90 дней. Если нет, то он выезжал, потом опять заезжал, и у него срок обнулялся. Сейчас этот срок сократили, он составляет 30 дней. В течение этих 30 дней он, соответственно, регистрируется. За эти 30 дней он должен оформить патент. И тогда на основании патента он ежемесячно будет продлевать свою регистрацию. Ему не нужно будет каких-то там дополнительных въездов-выездов, миграционных карт. Нет, основанием для продления регистрации является вот этот патент. Итак, да. Срок патента сначала месяц, потом, если все нормально, год. И потом мы продлеваем еще на год. Но потом делаем въезд-выезд и по новой вся процедура. Ну, смотрите, если логически рассудить, по сути, ему не могли выдать патент без регистрации, да? Но если ему выдали патент, но при этом существует обязанность подтверждать наличие у вас места, вот как сегодня, я, к сожалению, не практик вот в части там миграционного законодательства, там никого не ловила, не вывозила, вот не могу прям так ответить. А если будут, сразу хочу проговорить, коллеги, если будут какие-то вопросы, на которые я сегодня не смогу ответить, у нас с вами по залу ходит такая форма регистрации, вписывайте туда свои контакты и отметьте, что нужно вот, собственно, ответить там на какие-то вопросы. Мы, во-первых, будем делать по итогам сегодняшней встречи рассылку всем и задавать вопросы, есть ли какие-то вопросы, на которые вы бы хотели получить ответ дополнительно. Итак, получили патент, что происходит дальше? Значит, далее наш с вами будущий работник в течение 30 дней должен трудоустроиться после получения патента. Если в течение 30 дней он не предоставил трудовой договор, патент аннулируется. Соответственно, опять… Да. Вот все туда же, все в одно окошко. Если говорить о трудовом договоре, здесь, наверное, это самая такая тонкая тема, самая тонкая грань. По сути, сегодня у нас есть ответ по поводу того, что… какой должен быть заключен трудовой договор. Фактически трудовой договор для сотрудника, который является гражданином другой страны, но имеет разрешительные документы, является зеркалом трудового договора для резидента Российской Федерации. То есть все вот по периметру, все как положено. Единственный момент, сейчас мы проясняем, нам этот вопрос тоже задавали, по факту оплата за патент
это фактически человек уплачивает свой НДФЛ. Он такой среднерасчетный, он похож на по расчету, как вот у нас рассчитывают ЕНВД, единый налог на вмененный доход. Вот ты занимаешься этой деятельностью, по нашим данным, в этом городе, примерно занимаясь этой деятельностью, ты в месяц там зарабатываешь такую-то сумму, будь добр, уплати налог вот в таком-то объеме. В законе очень четко прописано, что это именно подоходный налог. Как оплачиваться, должен ли, скажем так, работодателям уплачиваться какие-то дополнительные налоги? Ну, я могу сейчас высказать только пока свое мнение. Мы этот вопрос очень активно изучаем. Все у того же, смотрите, если человек оплачивает сам свой налог на свой доход, если у человека есть ДМС, пенсию он в нашей стране не получает. По сути, как бы, мы не должны уплачивать какие бы то ни было взносы там, в ОМС, в пенсионный фонд, ну, соцстрах, все, что с этим связано, и налог на его доход. Как это на самом деле будет обстоять, пока, ну, смогу, наверное, если позволят, значит, так, рамки коммерческой тайны нашей компании, мне озвучить вам, наверное, при следующей встрече, то я, если смогу, озвучу. Но пока вот этот вопрос, на него можно даже его не задавать, я не знаю пока ответа на этот вопрос, как вот уплачиваться именно налоги будут. Единственное, что добавляется в договор, это основание для расторжения дополнительное, для расторжения трудового договора, это аннулирование или просрочка патента, разрешительная документация. Да. Да. Да, срочный трудовой договор на срок действия патента. При продлении патента мы перезаключаем договор, соответственно. По поводу трудовой книжки ничего в законодательстве нет, поэтому не могу сейчас озвучить, я не настолько компетентна. Вот вы знаете, хорошая идея, я не слышала об этом. Спасибо, что вы озвучили эту форму. Мы тоже ее проработаем, посмотрим, потому что мы тоже заинтересованы, чтобы все это привести в соответствие. Да, пожалуйста. Ученический договор. Ну, вот прям, знаете, опираясь на какие-то прецеденты, не могу сказать. Но по сути, давайте посмотрим логику, да, включим. Вот смотрите, если предметом договора предусмотрено трудоустройство, но при этом вы подключаете какую-то там программу его, не знаю, наставничество, обучение и так далее, то, как мне кажется, в принципе, да. Но у нас часто бывает, что нам кажется вот так, и включая логику, мы делаем такие выводы, а по факту потом оказывается как-то иначе. Комментариев вот по поводу ученических договоров я нигде не видела. Но вот этот вопрос тоже, спасибо, очень хороший вопрос. Мы его тоже себе на заметку возьмем, посмотрим, проработаем для себя, потому как мы тоже в этом заинтересованы. Уж тем более, потому что у нас есть тренинговый центр, и мы всех этих будущих работников в сферах hospitality обучаем в этом тренинговом центре бесплатно. Итак, мы на чем остановились с вами? Вот человек, собственно, получил этот патент. Мы говорим о том, что он в течение 30 дней обязан трудоустроиться. Теперь, коллеги, внимание. Ответственность. Если ранее ответственность за местонахождение трудового ресурса, за то, чтобы он получил все необходимые документы и так далее, лежала в основном на работодателе, получившем квоту, то с 1 января 2015 года у нас с ними, скажем так, ответственность, назовем ее субсидиарной. Основная ответственность за правовой свой статус, его подтверждение его нахождение на территории РФ несет работник. Работодатель несет ответственность за то, чтобы не брать на работу человека с нелегальным статусом. Мы, если вы пользуетесь услугами аутстаффинга. Да. Тут, да, такая поправочка важная. В случае, если вы берете персонал у аутстаффинговой компании, вы не являетесь работодателем. Вот все, что я сейчас достаточно так подробно вам озвучиваю, в первую очередь касается тех, у кого либо смешанная форма, то есть свои сотрудники, среди них есть иностранцы, либо тех, кто в принципе сам обеспечивает себя персоналом, и в его числе есть иностранцы. В случае, когда вы работаете с аутстаффингом, в частности с нашей компанией, все
трудности, скажем так, переходного вот этого периода, все трудности общения с соответствующими проверяющими инстанциями ложатся на наши плечи. Мы их, это озвучено в нашем договоре с вами, мы с вами работаем согласно договору предоставления услуги. Обратите внимание, согласно такому договору вы не несете никакой иной ответственности, кроме как по этой гражданско-правовой сделке. Это не трудовой договор. И, ну, это один, наверное, из очень важных таких камушков в пользу того, чтобы работать с аутстаффингом. Особенно вот в этой ситуации, когда столько всего нового и до конца никто не определился. Да. Да, разрешение на работу, это изначально было прописано, если, собственно, оно выдавалось в 2014 году, оно действует до срока своего истечения. Нет, не нужен. Потом, соответственно, ваш человек делает въезд-выезд, и по новой пошло все с патентом. В принципе, это вот, скажем так, основные моменты, на которые следует обратить внимание, если вы работаете с иностранцами. Это очень важный фактор. Вы, наверное, обратили внимание на сегодняшний день, что количество трудовых мигрантов серьезно сократилось на рынке, идет очень серьезная конкуренция за эти ресурсы. В связи с этим, вот как я уже говорила, какие решения приняла непосредственно наша компания. Давайте так, если есть еще вопросы по части, касающейся изменившегося законодательства, я готова на них ответить. Да, пожалуйста. Да. Ну, штраф для работодателя, в общем-то, его сумма не сильно изменилась. За одного обнаруженного у вас нелегала вы платите порядка 800 тысяч рублей. Это очень серьезная сумма, особенно если у вас их штук 10. Обратите на это внимание. У нас часто задают вопрос, на нашей территории, да, обнаружили там что-то у них не то с документами, либо не взяли с собой документы, человеческий фактор. Если какие бы то ни было вопросы у проверяющих инстанций возникают к нашим клиентам, с нами, это в течение, там, наверное, 10 минут связывается ответственный человек с нашей службой безопасности, и в течение часа мы уже на объекте, либо там, куда забрали наших дорогих, горячо любимые трудовые ресурсы. Потому что мы сейчас за них тоже очень серьезно за ними присматриваем, управляем этими ресурсами, поскольку, как я уже говорила, у компании большой портфель, мы их отбираем, мы размещаем рекламу, мы их обучаем, мы их стажируем, если они уходят, это все издержки наши, поэтому мы, конечно, заинтересованы, чтобы люди остались. А для физического лица, как я уже говорила, за нарушение миграционного законодательства, если ничего не изменилось вот в последнюю там неделю, 15 тысяч рублей и высылка, и на 10 лет больше нельзя заезжать. Тут, наверное, 10 лет страшнее, чем 15 тысяч. Нет, все, для всех. Вот единая норма, 10 лет, все. Ну, мы же знаем, как есть способы, как наши трудовые мигранты обходят эти истории. Но это уже, скажем так, их маленькие секретики, пусть они останутся при них. Как, собственно, они все это делают. А еще вопросы по законодательству. Да? Нет, я вначале говорила, это все касается, во-первых, неквалифицированного труда, во-вторых, распространяется на страны, которые с нами имеют безвизовый режим. Все, что там виза и так далее, это все остается. Ну, я не буду говорить, как там, поскольку этот вопрос я не прорабатывала, мы пока еще не практиковали привозить персонал откуда-то издалека, где необходимо оформлять визу. Вот этого пока не было, да? Да, по Кыргызстану озвучу. Ну, не секрет, что у нас на рынке сферы гостеприимства Кыргызстан занимает достаточно такое важное место, поскольку, это глубокое наше убеждение, мы с этим работали, что граждане именно этой страны в самом лучшем формате, из всех трудовых мигрантов, проявили себя для работы в сфере гостеприимства. Очень вежливые, воспитанные, трудолюбивые, у них есть чувство вот этого уюта, комфорта и чистоты, потребность в этом. А соответственно, что у нас с Кыргызстаном? В принципе, с мая месяца они входят у нас в таможенный союз. Мы этого 9 мая ждем, как кот масленицу.
поскольку сейчас приходится намного больше усилий прилагать для того, чтобы так или иначе закрывать объекты наших клиентов. Вот, что мы... Если вдруг неожиданно опять между правительством Российской Федерации и Киргизии не окажется, что что-то опять не подписано или что-то еще что-то надо вот додумать, вот это вот сделать, то в принципе с 9 мая данный закон вступает в силу, для них вот это соглашение межправительственное, и для них все тот же график, то есть они въезжают на территорию РФ, по паспортам могут, по национальному у них ID такое, им не нужно получить документ. И, соответственно, для них вот эта вот форма своей аккредитации на территории РФ такая же точно, как у всех граждан Таможенного союза, как у Беларуси, у Казахстана, у Армении. Да, Армения у нас тоже входит в число этих счастливых республик. Да, пожалуйста. Не очень поняла, что-то изменится это. Начиная с 10 мая им уже это разрешение не нужно. Им достаточно их паспорта, достаточно регистрации на территории РФ. И миграционка это в том случае, если они делали там въезд-выезд. Вот этот вопрос, вы знаете, что-то как-то в голову не приходил, я проясню, обязательно сообщу. Нужно ли им делать будет, ну, по сути, по логике, да, закончился РНР, нужно выехать и въехать, но они уже будут въезжать, скажем так, по упрощенному режиму. Если РНР не закончился, вот тут затрудняюсь ответить, нужно ли им будет пересекать границу. Но мы обязательно ответим, как я уже сказала, вопросы свои, пожалуйста, мы прям, это касается, кстати, и нашей сегодняшней аудитории, которая смотрит нас в интернете в режиме онлайн-трансляции. Я думаю, через организаторов этого мероприятия мы передадим вам почту, на которую можно будет также направить свои вопросы. Да? В Таможенный союз? Нет, к сожалению, не входят. И они, к сожалению или к счастью, не знаю, сейчас такие тонкополитические вопросы, но они не являются, Абхазия не является территорией РФ, соответственно, да. Ну, вопрос... Я вас поняла, смотрите. Вот тут мы выходим на такой очень важный вопрос, и сейчас, внимание, реклама. Да? Итак, коллеги, смотрите, конечно, тот факт, что у нашего основного стафа, у людей, ну, не секрет, что в нашем портфеле там порядка 70% это именно были граждане Кыргызстана, что у него появляется свобода выбора, возможности, но не нужно забывать, что... Данный персонал, ну, данные будущие сотрудники выходят в новое свое правовое поле. Никто не отменял сегодня компании, ну, вы меня простите, обманывают и наших с вами сограждан. И по зарплате, по условиям работы, и по многим другим вопросам. Поскольку их работа так или иначе жестко регламентировалась на территории РФ, наверное, ну, во всяком случае, наша компания, сейчас о всех говорить не буду, мы были в первую очередь заинтересованы в том, чтобы... Все у них все с документами было в порядке, чтобы они работали, оставались, особенно те, кто нас устраивает. Ну, не секрет, в любом коллективе есть люди, с которыми дешевле проститься, чем продолжать отношения трудовые. Вот. Я считаю так, когда 9 мая все это чудо произойдет, очень важно, скажем так, вести правильную политику в отношении вот этого стафа. В частности, необходимо, мы об этом говорили, и мы ее будем внедрять, она у нас уже частично работает, система, изменившаяся система мотивации. То есть это не так, что человек пришел, месяц работает на одну и ту же зарплату, год работает на одну и ту же зарплату, но имеет какие-то там премии небольшие, но ничего для него не меняется. У нас сейчас на стадии очень активного обсуждения, я думаю, что к этому периоду это уже будет запущено, у нас своя система... Отдельная система мотивации, которая, ну, скажем так, у нас для иностранных граждан не предусмотрен социальный пакет, а у компании F5 сервис мы проанализировали, что для этих людей важно, он у нас в наработке, в разработке есть. И, ну, плюс, опять же, репутация компании, скажем так,
у компании F5-сервис, у группы компаний есть сложившаяся репутация не только среди наших клиентов, но и среди собственно, трудовых мигрантов. Конечно. Конечно, да. Мы разговаривали, но тут нужно что учитывать. Первое, мы очень, скажем так, дружественно и плотно работаем с посольством Киргизии. А во-вторых, у нас есть статус, который, в общем-то, растиражировали по всем средствам массовой информации именно вот этого кыргызского сообщества. Мы в 2014 году, сейчас буду хвастаться, получили по версии делового клуба «Кыргызстан» в Москве премию «Лучший работодатель 2014 года». Собственно, я думаю, это говорит о многом. Премия была поддержана и, собственно, нашими партнерами в посольстве и по итогам опросов наших сотрудников. Ну, понятно, что довольны, недовольны бывают всегда. Скажем так, кто-то понял, кто-то не понял. Ну, эти вопросы, ну, это такой человеческий фактор, он есть всегда, но в основе своей, в массе своей, у группы компаний F5-сервис очень серьезная репутация как надежного работодателя. У нас четко формализованные процессы, в том числе по выплате зарплаты. И если себя просто поставить на место этого трудового мигранта, который поедет, какой-то процент такой человек с адреналином соберется и скажет: а ну-ка, сейчас я пройдусь-ка по всему рынку, найду себе зарплату такую раза в 4 побольше, буду работать раза в 4 поменьше. Ну, по нашему опыту, даю им 4 месяца, и потом они придут в группу компании F5-сервис. Потому как то, что им не нужно оформлять разрешительные документы, ни для кого, ни для нас с вами, как, скажем так, активных игроков этого рынка, ни для самих этих сотрудников ничего не меняет. Обман, нарушение трудового законодательства, ну, какие-то другие аферы, подставы, их никто не отменял. И, соответственно, люди... Если они собираются пойти поискать счастье на стороне, ну, давайте будем предельно честны, они сейчас идут искать счастье на стороне. Более того, у нас был период, когда был просто колоссальный поток, у нас люди сидели в неурочное время, принимали, собеседовали. А часть людей, и это большая часть, говорили: ой, нет, мне вот надо денег побольше, работы поменьше. Ну, не буду говорить, что мы прям вот четко каждого из них отслеживали, мы жучки не ставили, не можем сказать, где они ходили, чем они занимались, но вот этот вот период 3-4 месяца, проверенный факт, потом видишь, что человек повторно приходит на собеседование и рассказывает очень печальные истории про то, как он, ему пообещали зарплату там процентов на 60 побольше, он отработал, все было здорово, говорили: вот сейчас заплатим зарплату, вот сейчас заплатим, прошло месяц, два, три, на четвертый месяц он говорит: все, ухожу, давайте мне зарплату. Какую зарплату? Помните, как Вера Лаша была? Где сдача? Какая сдача? Про кефир и про все остальное. Вот примерно то же самое. Поэтому мы, конечно, понимаем, что какая-то часть стафа, какая-то часть персонала пойдет пытать счастье, но давайте обратимся тогда к общестатистическим данным. Я помимо коммерции еще занимаюсь маркетингом, и, в общем-то, это такая интересная тема для меня. У нас в любом социуме процент вот этих отчаянных людей, которые готовы рисковать, пока кто-то не сходил и не проверил, 2%. Два. Ну, так пусть сходят, пусть рискнут. 2% серьезно на, ну, скажем так, на основной поток, вот прям катастрофически не повлияют. Нужно будет более активно работать, поддерживать, разрабатывать новые системы мотивации, новые системы, не знаю, оплаты труда, какие-то дополнительные преференции, бонусы. Если эти 2% сходят и получат хороший фидбэк, такой результат, и придут и скажут: слушай, вот я ходил, там так все здорово, и платят больше и лучше. Но так и будем решать проблемы по мере их поступления. Я еще хотела обратить внимание, вот мы поднимали вопрос о том, что... В общем-то, получение, ну, аккредитации на территории РФ, процедура достаточно дорогостоящая. Ну вот, грубо говоря, я специально была в командировке, ездила, смотрела места, локации наших потенциальных сотрудников, работников. Это Киргизия, это, в частности, Таджикистан, Узбекистан. Я смотрела, коллеги, ну, знаете, те, кто имеют заработную плату там, на местах порядка там, $700-800, они сюда и не поедут. $1000-1200 не поедут. Это как раз, ну, такой ресурс, с
хорошо говорящий по-русски, а иногда лучше нас, говорящий по-английски. Вот это тоже такой казус есть, по-русски не особо, а английский вот прям от всего души, от души и от сердца. Но, скажем так, основной поток, ну вот в частности по Кыргызстану, это Ошская область, это земледельцы. У них зарплата в месяц, дай бог, по итогам, когда они работают, 100-120 долларов. Но вот где такому человеку взять вот эту вот сумму в 20-24 тысячи рублей? В связи с этим, это тоже наше такое секретное оружие дополнительное и компания по привлечению именно вот этих вот возвращенцев, родных детей, которые к нам вернутся, у нас в компании принято решение, мы будем субсидировать наших будущих работников, выдавая им беспроцентный займ на оформление этих документов. Разобьем платеж там на 4-5 месяцев. Ну, естественно, это будет приниматься решение в индивидуальном порядке. Конечно, будем в первую очередь цеплять ровно тех, кто нас прям на 1000000% устраивает, и хотелось бы у себя его видеть в рядах работников. Тем самым, во-первых, думаю, повлияем на качество персонала, но мы все понимаем, какой-то конкретно став, даже со всеми нашими усилиями, вашими усилиями, это все равно специфический очень персонал. Вот. Ну и я думаю, что только действительно крупный, серьезный игрок на рынке аутстаффинга себе может позволить сейчас такие расходы. А суммы, это очень серьезно, поверьте мне, мы это все считали, обсчитывали. Но вот опять, внимание, реклама, как раз обращаю внимание, когда вы будете принимать для себя решение, с кем работать в части аутстаффинга? Коллеги, я убеждена, хорошее дешевым не бывает. Поверьте мне, мы, как никто другие, заинтересованы работать с вами по адекватной цене. Мы не будем вам какие-то накручивать там двойные, тройные, четверные стоимости. Об этом речи не идет. Просто у нас тоже для того, чтобы обеспечивать качество на том уровне, на котором мы сегодня его даем на рынок, для того, чтобы его продолжать совершенствовать, потому что там есть что совершенствовать, мы это прекрасно понимаем, еще расти да расти, мы должны все равно инвестировать деньги в сами вот эти производственные процессы. Мы не берем больше, чем необходимо. Когда нам говорят, что мы, допустим, говорим, что коллеги, но не бывает там у аутстаффинга качественная горничная за 160 рублей в час. Она говорит, ой, вы знаете, у нас предложение за 140 есть. Но, наверное, предложение есть. И тут вопрос к тому, что вам предоставят, и к тому, собственно, как с этим ресурсом, который предоставят, потом расплатятся. Мы бы, конечно, если бы были какой-нибудь маленькой компанией, не сильно заботящейся о репутации или о том, чтобы долго просуществовать на рынке, мы бы, наверное, тоже обещали по 140 рублей в час. У нас бы человек 2-3 месяца отрабатывал, а потом бы приходил зарплату. Какая зарплата? А вы кто, девушка? Вы вообще чьи будете? Но у нас мы себе этого позволить уже сейчас не можем. Ну и да и не хотим, собственно. Поэтому, подводя итог всему вышесказанному, я не говорю все срочно, дружно, в F5 сервис, мы сейчас об этом говорить не будем. Когда выбираете себе партнера, это вообще в принципе в жизни так, внимательно посмотрите, какая у него репутация, как он относится и сколько он инвестирует в свой бизнес, в отношения с людьми. Ну, честно говоря, даже такой факт, размещает ли он рекламу в соответствующих профессиональных глянцевых изданиях, она не 3 копейки стоит. Сегодня себе позволить такие вложения может только действительно компания, которая с уверенностью смотрит в будущее и думает о репутации. И сегодня у нас темой для разговора не является, конечно, изменения, которые наступят в 2016 году. Мы об этом поговорим чуть позже, я думаю, на следующей встрече. Но хочу обратить внимание, вы, наверное, видели такие яркие заголовки, ну, нас любят так, это наши журналисты, пошутить, аутстаффинг вне закона и многое-многое другое. Так вот, коллеги, он не вне закона, это всего лишь, ну, некая такая рекламный ход. У нас очень серьезно поменяется порядок регулирования деятельности организации, такой как наша. И вот для того, чтобы получить аккредитацию в Минтруда, мы должны будем на каждую свою компанию из 5 компаний, входящих в группу, создать уставной фонд в размере 1 миллион рублей. Ну, собственно, можете вот в эту сторону посмотреть, прикинуть и соотнести. 1 миллион рублей уставного фонда,
минимум 3 года опыта работы в этом направлении. Соответственно, если какая-то компания начала работать сейчас, в этом году или даже в прошлом году, хорошо подумайте, стоит ли с ней начинать отношения, поскольку с 2016 года она просто не пройдет аккредитацию. И все ваши контракты окажутся, все наработанные отношения, связи, хорошие, правильные деловые контакты с этой компанией, ну, все пойдет в корзину. Вот. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готовы на них еще ответить. Если не для общей аудитории, welcome, подходите, отвечу. Моя коллега меня поддержит. Спасибо. Ну, надеюсь, сейчас к нам подойдут хозяйки этого замечательного дома, и для нас будет устроена экскурсия. Как всегда, мы разделимся на группы. После экскурсии всех добро пожаловать на кофе-брейк, где мы имеем возможность друг с другом поздороваться, обняться, потому что со многими не виделись. И очень приятно, что как раз мероприятие дает нам возможность увидеться, поделиться новостями и планами, какие предстоят у нас с вами как у профессионалов. Инна, пожалуйста, ко мне. Инна, хозяйка этого замечательного дома, вам слово. Добрый день, очень приятно в нашем вновь открывшемся отеле видеть вас всех. Хотелось бы послушать вашу сегодня лекцию, но, как всегда, не получилось из хаускиперов. Сейчас, как вам удобно, я не знаю, нас двое, или пока как разобьемся, у вас там кофе-пауза, по 10, по 20, показать вам комнаты, кому интересно, пожалуйста. Ну, наверное, где-то группа по 20 лучше всего. Человек. Спасибо. Всем спасибо.